Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Сегодня, пару часов назад, было обновление и выпустили новые сокровищницы. И само собой, по нашей многолетней традиции, мы посмотрим, что за сокровищницы и какие сделали новые сеты. Ну давайте глянем. А вот первый сет у нас на лайфстилера. Далее у нас идет сет на Абаддона. Потом сет на Легион Командор. Луна. Кстати, за Луну так редко играют. И на нее делают много сетов, но за нее так редко играют. Это ужас. На турнирах еще как-то более-менее ее пикают, но в паблике вообще невероятно редко. И Клинкс. Тоже довольно редкий герой. Очень красивые сеты. Все сеты очень красивые. И само собой, великолепный сет на Пуджа. Очень красиво сделали тоже. Видите, какой хук. У него, скорее всего, еще красивая анимация. Он, наверное, кусает. Прикольный сет. Видите, такая белка еще висит. Но этот сет, он очень редкий, поэтому шансы минимальны. Все очень просто. Выпадают сеты, потом я буду делать розыгрыш и вам их отдавать. Все. То есть сейчас я покупаю эти сеты именно для вас. Но если бы выпал пуш, скорее всего, я бы оставил его себе. Ну, посмотрим. Он вряд ли, конечно, выпадет. В любом случае, поехали. Купить. Окей. Поехали. Что это у вас? Сейчас поддастся. Опа! Сет на Абаддончика. Первый пошел. Вот наш сетик. Очень красивый сет. Потом там еще руна убийств. И покупаем еще раз. Так, где она у нас? Вот она, сокровищница. И второй сетик. Секундочку. Ха, расплюнуть. Опа, Легион Командер. Отличный сет. Так, какая здесь дата у нас стоит после 20 июня? Ну вот, именно в это время мы и будем разыгрывать эти сеты. Так что ждите. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.